Bhangshi Bibushitakarad Navani Radavat Pitambaradurna Bimba Faladarustha Purnendu Sundara Mukhadara Bindanabhad Krishnat Param Kimapitatamaham Najane Krishnat Param Kimapitatamaham Najane Venum karad nipatitam skhalitam sikhandyam Venum karad nipatitam skhalitam sikhandyam Bhrashtan chapita vasanam bhajaraj sunu jasaika kataksa saraghat vimuchitasya saradhika parisharamik Kadara Sena Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru told Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что на пути следования Анугати Радхарани Тринад Абисунич Бхавана естественно на пути Радха Анугати Тринада Писунич Бхавана, естественно, и нет никакого исключения этому. Гауди Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те, кто по-настоящему служат Кришне под руководством Радхарани, они не должны ни на что жаловаться в своей жизни, те, кто Рагануга Бхакти, Рупануга Бхакти. Они не могут и не должны иметь никаких жалоб в своей жизни. Это невозможно. Это практически невозможно, чтобы у них было много жалоб, недовольств кем-то и чем-то, прямо или косвенно. Все Кришна мой, все Кришна. Адвайян Татва, она говорит, что нет никакой другой татвы, и чего же вы боитесь? Почему вы разочаровываетесь? Это из-за того, что вы думаете о другой татве, кроме как Кришна татве. Почему я произношу эту шлоку? Я вынужден произнести эту шлоку, поскольку Радхарани — это наивысший гуру. Она даже гуру Кришны. Радхарани, она гуру Кришны. И что говорить о нас с вами? И поэтому я вынужден говорить об этой гуру татве, нет другого пути. Перед тем, как начать Харибаджан, мы должны почувствовать, что эта жизнь нестабильна, бесполезна. Наше тело, оно бесполезно. Мы должны развить такое чувство, что наше тело, оно бесполезно. Мы должны развить непривязанность к нашему телу из-за того, что мы в этом теле не можем совершать служение 24 часа в сутки. Нужно отдыхать какое-то время. Иногда я чувствую, что нужно поесть, это я тоже считаю тратой времени. Мы принимаем настоящий прасад, то это не потеря времени. Если под именем прасада мы теряем свое время, не имея должного представления и почтения к прасаду, то это потеря времени. И таким образом я говорил то, что в начале всего мы должны развить непривязанность к нашему телу, поскольку это тело, оно подобно препятствию, но в то же самое время оно подобно инструменту для совершения Харибаджана, но в то же самое время это препятствие, это тело не позволяет нам круглосуточно совершать баджаны. Почему же мы теряем время?
И в этом главный вопрос. Если я разовью такое сознание, тогда, естественно, у меня не будет никаких жалоб ни на что. И тогда я разву Тринадапи, естественно, разовью это Тринадапи смирение. Это настоящая идея, должное представление, должное мировоззрение. То, что это тело, оно не позволяет нам совершать харибаджан совершенным образом. 24 часа в сутки, но другого пути нет. Поскольку мы находимся в этом теле, поскольку без харибаджана что толку от этой жизни? И в то же самое время это тело — это тот инструмент, с помощью которого мы должны совершать баджан, и это тоже правда, и мы должны быть в гармонии, мы должны поддерживать юкта-вайрагью. И в то же самое время это тело, оно инструмент, с помощью которого мы можем совершать баджан, и поэтому мы должны поддерживать юкта-вайрагью, совершенное отречение. Если мы совершим ошибку в нашей жизни, то мы отклонимся от лотосных стоп Рупа-нагу Гурварги и не сможем совершать баджан. Никто не может понять великолепие Кришна-баджана. Почему я начал говорить о великолепии Кришны, и после этого я начал говорить о Радхаране, поскольку если я не буду говорить о Кришне, то Радхаране не будет довольна, и поэтому я начал говорить о Кришне, чтобы Радхарани была довольна. Если я буду прославлять Кришну, то Радхарани будет довольна этим. И поэтому, чтобы Гурудев, олицетворение Радхарани, был доволен, то мы должны говорить о Кришне. Если мы будем говорить только о Радхарани, то Радхарани не будет довольна. И поэтому в Джанмаштами мы цитируем Рада Сахасранаму, а в Радхаштаме Кришна Сахасранаму. Но я не говорю, что нельзя читать другие стотры. Но таким образом мы должны найти путь, как удовлетворить нашего гуру, поскольку весь баджан, все, что я хочу сделать, весь наш баджан, он вращается вокруг единой цели, того, чтобы Гурудев был доволен. А если весь мир выступает против нас, хотя мы можем не быть ничьим врагом, но если говорить об абсолютной истине, то очень часто случается, что мир, весь мир он против этого. Но мы не должны думать об этом, поскольку главное, чтобы Гурудев был доволен нами. А если Гурудев доволен нам, то какое нам дело до мнения остальных? Но если наш Гурудев недоволен нами, гневается на нас, то тогда мы не можем находиться на стабильном пути баджана. Какие-то проблемы начнутся, будем бояться за нашу будущую жизнь, и прочие страхи будут возникать. Если я заболею чем-то, то я могу просто умереть во Вриндаване, и нет никакого страха, но некоторые люди постоянно думают о своем будущем, боятся всего, и это может стать причиной, по которой мы не сможем совершать баджан. И вот Гаудия Гоштипати Шичила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Джагадгуру говорит, то, что сегодня мы предаемся лотосным стопам Радхарани, она сарвасия, она все. Если мы спросим Кришну, что у него есть, это глупый вопрос, он обладатель бесчисленных брахманд. Если мы спросим Кришну, что у него есть, это глупый вопрос, поскольку Кришна, он повелитель бесчисленных вселенных. Но Кришна говорит, нет, у меня есть одно сокровище в моей жизни, одно богатство.
это лотосный стоп Радхарани. I have the only property. I am Нишкинчан. Believe me. Я Нишкинчан, поверьте мне. Я настоящий Нишкинчан. Кришна говорит об этом. I am Нишкинчан. And my only property, the only property. Единственное сокровище, которое у меня есть, это лотосные стопы Радхарани. Хотя мы знаем Кришнам Ванде Джагадгурум, мы знаем об этом. Кришнам Ванде Джагадгурум, but you don't know. Но мы не знаем. То, что Радхарани – это гуру Кришны. Радхикар, прем гуру, ами шишьо нот. Джокхан джойче начае, начие урбот. В Чайтанья Чайтамрите говорится, Радхикар, прем гуру, ами шишьо нот. Ам десабо. Радхика – это према гуру, а я ее ученик, поскольку према Радхарани, я имею в виду, Радхарани – это олицетворение премы. Если мы не сможем понять славу лотосных стоп Нитьянанды и будем игнорировать лотосные стопы Шрилы Прабхупады, Бхактину Такура и Нитьянанды, и Кришны, или Гауранги Махапрабху, то как мы можем совершать Кришна Бхаджан? Как мы в этом случае можем совершать Кришна Бхаджан? Как понять славу Радхарани? Разве это возможно? Я начал описывать ее славу. Вы понимаете это? Радхарани, она, какова ее слава, о чем говорит Шрила Прабхупад? Это надежда всех Гауди. Это единственная надежда всех Гауди. Всех подлинных Гауди преданных, у них единственная надежда. И что это? Мы ждем бесчисленное число времени ради этой великой цели. И все же в этой жизни нет гарантии, что мы достигнем этого из-за нашего беспокойного ума, которое не помогает нам достичь лотосных стоп Кришны. И это у нас такое нестабильное состояние, бесчисленное число времени мы ждем, чтобы обрести лотосные стопы Радхарани, не лотосные стопы Кришны, заметьте, а именно лотосные стопы Радхарани, чтобы развить подлинное служение, чтобы совершать подлинную севу всем сердцем, но этот шанс очень-очень редок. Даже Брахма Шанкара не могут ожидать этого. Риши Муни и все Удав Махарадж и все остальные они тоже не могут ожидать. В то время как Кришна говорит, знает наверняка, что Удав и я, они не отличны. Нет никакой разницы, я кто Удав и кто я, мы не отличны. Но все же этот Удав, после, по милости Кришны, почувствовав, увидев славу Враджа Гопи и Радхарани, он буквально сошел с ума. Он почувствовал себя глупцом, что он пришел, чтобы рассказать что-то о Гьяне Гопи и Радхарани. Когда он увидел их чувства, их жизни, он почувствовал себя глупцом, что пришел к таким великим преданным рассказать о какой-то татве. Он понял, что он глупец. И он понял, что все, что он делал, это плохо. И он подумал, что когда я
смогу служить лотосным стопам Радхарани, поскольку сам Кришна хочет служить лотосным стопам Радхарани, поскольку после служения Кришне таким уникальным образом Радхарани, она стала объектом поклонения Кришне. Пытайтесь понять это. И вот после служения Кришне все время ничего, никакого запаха личной корысти нету в жизни Радхарани нашего изначального гуру. И Радхарани, она служит Кришне таким образом, что она стала объектом поклонения Кришне. Кришна всегда хочет взять лотосное стопа Радхарани на свою голову. И вот он говорит: о Радхарани, помести мои лотосные стопы ко мне на голову, иначе я не могу жить. Меня мучает трансцендентное вожделение, апракрита кама. Я обуреваем этим желанием, и кто может спасти меня, кроме тебя? И вот кроме тебя я не нахожу никого, кто бы мог спасти меня. И когда Радхарани рядом с Кришной, с левой стороны, то его имя Мадан Махан. Если Радхарани нет, то кто Мадан Махан? Он уже не является Маданамаханом. Обычные люди очень материалистичны, что они не могут избавиться от телесной концепции, и они эту телесную концепцию тоже пытаются применять в духовном мире, но настоящей любви в этом материальном мире мы не можем найти. Что такое любовь? Кто по-настоящему любит нас? Мы, конечно, ожидаем какие-то чувства от других, но видели ли вы сердце гуру вайшнавов? Они всегда думают о нас. Они любят нас по-настоящему, а мы стремимся к какой-то материальной любви, и мы не можем даже избавиться от телесной концепции, как же совершать Кришна-бхаджан. Шрила Прабхупад говорит, Шримати Радхарани совершает служение Кришне таким уникальным образом, непрерывно, постоянно, что она стала объектом поклонения Кришне. Если мы будем игнорировать лотосные стопы Гуру Варги, Гуру Парампару, и что-то снова сделаем, Шрути Смрити Пураны Панчаратра, и это, вот они говорят, что такое поведение, но просто является беспокойством на пути Рагануга Бхакти. А что такое подлинная Рагануга Бхакти? Знаете ли вы об этом? И вот Нарада. В шастрах говорится, что Шрути Смрити Пураны Панчаратра и прочее. Описание. Кто-то говорит, что не может найти описание Радха Говинда Лилы в Упанишаде и Ведантах, то таким людям советуется не читать и не прикасаться к Веданте, если они не видят этого там. Хотя вроде внешне о Лиле Радха Говинды в Упанишадах ничего не написано. И в Ведах тоже вроде бы ничего не написано. Но те люди, которые не видят, они этого, они не должны изучать Веды, Веданту, Панишады и прочие писания. Они недостойны, поскольку, смотрите, прочтя 18 тысяч шлок из Шримад Бхагаватам, если я
не вижу Радхарани там, то лучше не читать Бхагаватам в таком случае. И вот если изучить все, весь Бхагаватам, и мы не можем найти указания на Радхарани, то мы должны прекратить изучать Бхагаватам, поскольку весь Бхагаватам с начала до конца, прямо или косвенно, он говорит о славе Радхарани, изначальной сева виграхи, олицетворении служения. И Шрила Прабхупад говорит, это очень сокровенное, а вы все заняты какими-то мелкими вещами. И как мы можем ожидать развиваться, прогрессировать выше и выше, если мы заняты какими-то маленькими вещами? Как мы можем надеяться, что мы будем совершать харибаджан? Шрила Прабхупад говорит, что эти четвёртые Бхагаватам, там описывается секрет Кришна Бхаджана, сам Шри Кришна говорит. Если вы пытаетесь своим умом пытаться постичь Кришну, то вы никогда не достигнете успеха, и поэтому нужно принять то, что я говорю. Если я бы не сказал о сокровенной сути Кришна Бхаджана, то никто бы не смог понять, и в чем же этот секрет Кришна Бхаджана. И вот Шрила Прабхупад говорит, если вы не будете зависеть от милости Кришны, то никогда мы не сможем понять и осознать Кришну. Кто я? И вот кто такой Кришна? И какова мистерия его лилы? Все описывается Кришной. В Брахма-самхите и в других местах так много сокровенного, но люди, которые заняты материальными вещами, они не могут понять величие всего этого. Они заняты какими-то внешними вещами, деньгами, положением в обществе, материальными отношениями, но материальные. Но любовь, настоящая любовь, она есть только на Вайкунтхе. Если мы пытаемся получить это в материальном мире, то попадаем только в океан страдания. И в то время как Махапрабху говорит нам, смотрите, и Кришна, он постоянно испытывает нас, проверяет и смотрит на нашу реакцию. Кришна, он не примет меня, если я не смогу пройти те испытания, которые он посылает в нашу жизнь. И вот если мы не пройдем их успешно, то Кришна не сможет принять нас. И вот после многих проверок Кришна может принять нас. Иначе Кришна не сможет. Кришна может отплатить нам за наше служение, но не примет нас, как, например, кто-то совершает гуру севу, и если он недостаточно искренен, то просто получает какое-то материальное вознаграждение, и все. И Кришна говорит, и вот Кришна говорит, что я не могу отплатить только Враджаваси и Враджагопи за их служение. Эту формулу я не могу применять внутри Вриндавана. Им я не могу отплатить за их служение, но всем остальным я готов отплатить за их служение, поскольку такие люди не служат мне с какой-то корыстью. Они пытаются как-то на 100 рупий послужить и получить 10 тысяч взамен. Я знаю настроение таких людей, они как бы совершают гуру-севу, но взамен
надеются получить имя, славу, почести и все остальное. Но и такие люди не могут совершать Рагануга Баджан. Это невозможно для них. И вот Кришна говорит, Шрила Прабхупада дает указание, и Кришна говорит Брахме, о Брахма, ты не сможешь принять. Кто-то говорит, что Брахма не может совершать Раса Баджан. А почему он не может? В то время как Кришна в Брахма Самхите говорится, что Брахма, он прошел через самскару, через, с помощью Кама Гайтри. Кама Гайтри значит? Что такое Кама Гайтри? Это Раса Баджан. Если Брахма получил Кама Гайтри от самого Кришны, то он прошел через эти самскары с помощью самого Кришны. И Брахма обрел Кама Гайтри, и если он обрел эту Кама Гайтри, то как можно думать, что он не понимает Расататву? В преимственности Мадвачарьи, они не могут выше подняться этого. Они, да, они только достигают этого уровня, и все. Как Вриндаван Дас Такур Махашай объяснял читание Бхагавату так прекрасно о Нитьянанде, я слышал, он писал очень много. Но после этого он ждал остального, поскольку Кришнадас Кавираджа Госвами мог прийти и описать сокровенные вещи Рада Према, Кришна Према и всего остального. И вот вся читания Чайтамрита, она... Там много очень важных, чувствительных моментов, и если мы поймем это, Гурупад Падма говорил, так или иначе, если вы сможете понять Санатан Шикшу, Гурупад Падма часто говорил, если вы сможете понять Санатан Шикшу по милости нашей Гурубаги, то тогда будьте уверены, ваш баджан будет развиваться, продвигаться дальше. Это очень есть некоторые чувствительные эти моменты. Они все, конечно, чувствительные и важные, но есть там самые важные. Первое – это Санатана Шикша, второе – Рупа Шикша, потом Рай Рамананда Самвад. И третья причина, по которой Шри Чайтанья Махапрабху явился в этом мире. Если до сегодняшнего дня мы не можем понять эту сокровенную татву, то когда мы сможем совершать Харибаджан? Все должны читать читание Бхагавату и не идти на какие компромиссы. Я не хочу слышать, что у вас нет времени и еще что-то. Пытайтесь меньше спать и читать читание Бхагавату. Это наставление Шрилы Бхактивинода Тхакура. Все заняты своим умом и телом. А мы должны каждый день хотя бы немного читать читание Бхагавату, и тогда мы обретем бхакти. Это наставление Шрилы Бхактивинода Тхакура. Если мы будем игнорировать нашу Гурварагу Нитьянанду Прабху, то тогда мы никогда не сможем понять славу Радхарани. Может, немножко что-то сможем понять, но не полностью. И поэтому Прабхунанда Сарасвати говорит, это очень важно, мы должны помнить, что это. Если мы пытаемся найти Уджала Ниламани, но это глупо пытаться войти в эту сокровенную лилу. Шрила Прабхупада говорит, что в этом случае можно стать сахаджи. И вот если я обрету больше и больше милости, по милости Гурварги, то вся Гурварга Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они
благословят нас. И мы должны помогать утвердить Манобишту, желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху в этом мире. И мы, как участники Гауди Матха, мы должны помогать в воплощении желания Шри Чайтаньи Махапрабху. А если мы видим одни проблемы на этом пути, то зачем мы пришли на путь Гауди Бхаджана? Хотя в киртане можно видеть, что мы поем, что если на пути твоего Бхаджана так много проблем возникает, то мы с радостью примем их. И мы должны помнить о том, что сказал Шри Чайтанья Махапрабху относительно арчаны. И Шикшаштаки, последние шлоки. И вот это мое единственное «Я», Шри Чайтанья Махапрабху дает такой урок. То, что о Господь, если ты хочешь обнять меня или выкинуть, или оставить меня, то как бы ты ко мне ни относился, о Кришна, то я приму все, поскольку я хочу, чтобы ты был доволен. Я хочу совершать Кришна Севу, поскольку мы хотим совершать Кришна Севу под руководством Радхарани. И это наша наивысшая цель, и поэтому мы, Гаудии, мы очень горды, то, что мы хотим, мы говорим о себе, как о Рупануга Бхактах, если, естественно, нет никакого лицемерия, двуличия в нас, то тогда мы можем пытаться говорить о себе, как о Рупануга Бхактах, и вся Гурварга благословляет нас. И вот Шри Чайтанья Манобиштам, что это значит? Шри Чайтанья Махапрабху во всей своей лиле хотел показать славу Радхарани, а мы слепы, и поэтому не можем видеть это. И вот Шри Чайтанья Махапрабху во всей своей лиле хотел показать уникальную лилу Радхарани. Во всей лиле, все, что Шри Чайтанья Махапрабху говорит, все лилы, которые он совершает в Гамбхире или снаружи, через Санкиртан, все, что Шри Чайтанья Махапрабху делает, он прославляет Радхарани и ничего иного. И это главное, что он делает. Без которого наш приход в Гаудия Мат, изучение Бхагаватам или давание лекции каким-то людям, то все это бесполезно. И вот если мы не сможем понять жизнь и наставление и сокровенную лилу Шри Чайтанья Махапрабху, то как мы можем войти на путь Радхарани лилы? Мы можем думать, что это какая-то парочка, и тогда мы не сможем ничего понять. Поскольку обусловленные души, у них есть такая хроническая болезнь. И вот обусловленные души имеют хроническую болезнь, что те, кто наполовину обусловлены, или даже на 20%, и все равно у них есть хроническая болезнь. А в чем она выражается? То, что если я говорю что-то о Радха Говинда Лиле, о Дама Татве, о Нама Татве, о славе спутников Верховного Господа, Его сокровенных лил, то у нас есть такая дурная привычка сравнивать это все с нашим прежним материальным опытом. Кто-то может думать, что Радхарани вот как что-то, что знаем мы, как у нас были, как была какая-то любовь с какой-то девушкой, можем так думать, что у Кришны что-то подобное, но чуть получше, но это вот полностью неправильно.
all your body, mind, like Gopishabha. Gopishabha was speaking, Нам нужно избавиться от этой... Нам нужно избавиться от всех этих материальных концепций. И вот и нужно очиститься от всех этих материальных представлений. Вот Гопишабха Дас Бабаджи Махарадж, он приводил такой, а он пример подавал, он брал веник и бил себя этим веником по голове, чтобы очистить свой ум от всяких материальных представлений о Радхарани, Кришне и всем трансцендентном. И вот какие-то люди, в частности, южноиндийские люди, они считают Кришну не авторитетным, а вот Лакшми Нарайан, они еще как-то пойдет до него, хотя бы жена закона есть, но они не понимают, кто такой Кришна, кто такой Радхарани, Радхарани, она Парашакти. Ну и эти люди с Южной Индии до сих пор не понимают ничего о Радхарани, они застряли на уровне Лакшми Нарайана. Даже если пытаться им как-то объяснить, все равно они не понимают ничего выше Лакшми Нарайани, они даже находят какие-то недостатки в Кришне Парад Паракилешвари. И как я могу надеяться, что они во мне не найдут недостатки, если они в самом Кришне, Верховном Господе и Радхарани находят такие недостатки, а кто я в сравнении, и кто я вообще, чтобы находить недостатки в Кришне, если какая-то другая татва. Нет, Кришна татва – это одна единая татва, и после этого мы находим другую татву. Если мы находим какую-то другую татву, кроме Кришны, кроме Кришна татвы, вот, а кроме Кришны нет никакой другой татвы, и кто, кроме Кришны нет, а нет никого, кто бы мог судить Кришну, и кто же скажет, что Кришна в чем-то не прав, поскольку Кришна, Он наивысший. Если вы до сих пор не утвердились в Адвайян Татве, то как вы можете осознать славу Радхарани, разве это возможно? Who is going to make competition with Krishna? Everybody, all bonded soul, все обусловленные души, они, каждый хочет стать каким-то маленьким Кришной. И вот все обусловленные души, они хотят стать, занять место Кришны. И хотят соревноваться с Кришной, что Кришна может что-то делать, они хотят как-то соревноваться с ними. Все материалисты, у них есть такое плохое отношение, такое свойство плохое, такие плохие идеи. И вот изучив Шримад Бхагаватам, они не видят имя Радхарани. Они не видят имя Радхарани там, и, но Шрила Прабхупада говорит, ради кого Шукадев Госвами или Вьясадев Госвами они дают, ради кого они могли бы поместить имя Радхарани в Шримад Бхагаватам, в то время как сам Кришна даже половину имени Радхарани не может произнести, он падает без сознания. Когда Кришна хочет позвать Радхарани, он падает без чувств. Я уже начал с этой шлоки. Когда Кришна, он чувствует, что Радхарани здесь, так или иначе, если Кришна почувствует, что Радхарани здесь, то тогда Кришна, он потеряет свою флейту. From hand,
From hand, this, you know, fruit is displaced. И вот, Krishna, если Кришна произнесет имя Радхарани, то флейта выпадет у него из рук, она не сможет там находиться. Вот, you know, there, в этой шлоке описывается все эти, все, что случается, когда Кришна повторяет имя Радхарани. Даже корона падает у него с головы, и питамбара, одежда с желтого цвета, она и то развязывается, и Кришна падает без чувств. Это ситуация, после которой он, это состояние Кришны, когда он произнес имя Радхарани и увидел лотосные стопы Радхарани, олицетворение гуру. И понимаете, кто такой Радхарани, и поэтому и после этого кто-то еще смеет говорить что-то о сокровенной лиле Радхарани, и тем более применять это в своей жизни. И это такая плачевная ситуация. И вот Шрила Прабхупад говорит, если вы изучаете Шриман Бхагаватам и не видите имени Радхарани, то что толку изучать Бхагаватам? И вот Шрила Прабхупад говорит, что в Бхагаватам с начала до конца, весь Бхагаватам прославляет Шримати Радхарани. Вот, например, Рукмини Прасанга, кто-то может подумать, где там Радхарани. Но если, ну, я могу доказать из шастры, что вот если что-то описывается о Рукмини, Сатьябхаме и прочего, но если на изначальное их положение, посмотрите, откуда они произошли, та же Лакшми, они все эти шакти, вот эти все перечисленные шакти, они из Радхарани появляются в итоге, изначально. И вот изначально Сварупа Шакти, она из Радхарани происходит. अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद्म जार्चिते नम्र विनम्र यू आर नॉट गोइंग टू सोक योर यू नो बेंट योर हेड इन फ्रंट ऑफ गुरु विष्णु फ्रॉम आर हेड इज हेयर इट इज थिंग अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद्म जार्चिते ऑल गोइंग टू बो डाउन. Вот здесь в этой шлоке говорится, что все бесчисленные вишнулоки, включая Кришну, они все кланяются лотосным стопам Радхарани. Если забрать шакти татву из Кришны, то это все бесполезно. Если вот забрать Кришна татву от шакти татву от Кришны, то Кришна становится бесполезным, поскольку все лилы, которые мы видим, это проявление различных шакти, и с этими различными шакти Кришна являет свои лилы в различных формах. Если Кришна не являл свои лилы со своими шакти, то мы не нашли бы никакой лилы Кришна, просто бы находился в спящем состоянии. Если бы не было никаких лил, то не было бы никакого великолепия. А если не было бы как такого великолепия, то как поймать умы преданных? Если мы не привлечены славой Гуру Вайшнавов и Бхагавана, то тогда мы не сможем достичь успеха, а будем довольствоваться какими-то мелкими вещами. И поэтому много раз я говорил раньше о том, что о Ведастути можно вспомнить. Но кто-то забыл.
И вот я Махараджа много раз говорил про Ведастути. О, Господь, это наша просьба Твоим лотосным стопам, пожалуйста, убери Майю. Мы не можем стать успешными из-за влияния Твоей Майи. Мы, пожалуйста, о Господь, контролируй свою Майю. Только по милости Гуру Вайшнавов мы можем победить Майю. Без милости Гуру Вайшнавов мы не можем избавиться от Майи, в то время как Ведастути в 87-й части Бхагаватам, а в 10-й песне 87-я шлока, там говорится: «О Господь, пожалуйста, избавь нас от своей Махамайи, материальной Майи». Йога Майя, мы хотим поклоняться ей под руководством гопи, и мы молимся лотосным стопам. Это йога Майя, совершаем поклонение ей. Но мы поклоняемся не Махамайя, а именно йога Майя. И наша единственная молитва под руководством гопи, вот эта вот шлока. О, мать, это наша просьба. И вот сначала Кришна родился в Аштаме, и потом в Навами. Йога Майя, его сестра, маленькая сестра. И это благословение Кришны, что ты должна совершать это служение, и все будут поклоняться тебе. После того, как Йога Майя, она исчезла из рук Камсы, но на самом деле Камса не мог даже прикоснуться к ней. Это была такая лила. Но Камса на самом деле не мог, он такой скверный человек, как и Раван, и они не смогли прикоснуться к Сварупшакти, как Равана вроде Ситу уже похитил, но это для глупых людей, поскольку Равана он не мог прикоснуться к Сите. Не то, что прикоснуться, даже видеть он ее не мог. И вот Махапрабху говорит, что говорить о том, чтобы прикоснуться к Радхарани, к Сварупшакти, он даже видеть ее не мог, поскольку это Сварупшакти Рамачандра. Но из-за влияния Майи так получилось. И Камса также не мог прикоснуться к Йога Майе. Хотя в Бхагаватамводе говорится, что он хотел взять, но она выскользнула из его рук, приняла восьмирукую форму и сказала, что «Глупец, ты хочешь убить меня, поскольку тот, кто собирается убить тебя и убьет, он уже родился». И после этого, по благословению Кришны, все начали поклоняться. Как во Вриндаване, там Катайни, ей все поклоняются, это олицетворение йога Майя. И в различных местах также. В Химачал Прадеше, Вайшнави Деви, и все это по милости Кришны. Кришна говорит, ты должна совершать это служение, и все будут поклоняться тебе. И это наша единственная надежда, то, что мы хотим обрести Кришну в нашей жизни. Если йога Майя, значит, мы
не, за бесчисленной жизни не можем обрести связь с Кришной. Это невозможно, но если мы схватимся за лотосные стопы Кришны, за лотосные стопы йога Майи, сестры Кришны, то тогда после этого что случится? Тогда йога Майя может сделать так, чтобы мы достигли Кришны. И вот Джива Госвамипад, он говорит такими словами. Он описывает йога Майя, что такое йога Майя. То, что невозможно, практически невозможно, то с помощью йога Майя это возможно, это зовется йога Майя. Йога значит связь. И с помощью этой йога майи мы можем обрести связь с Кришной. И изучив весь Шримад Бхагаватам, если мы не видим имя Радхарани, то Кришна, то Шрила Прабхупад, он опечален, слыша такое. Вот Шрила Прабхупад говорит, если вы не можете найти имя Радхарани, то зачем вы вообще изучаете Бхагаватам? И вот на санскрите «Аная» значит «кем». Кришна получает великолепное служение. И вот слово «Аная» значит «кем». То есть с Радхарани она совершает великолепнейшее служение для Кришны. Будьте уверены на 100%. Кришна, он поклоняется Радхарани 100%. И Кришна получает 100% служение от Радхарани, и поэтому Шукадев Госвами дает такой намек. Он хотел сказать имя Радхарани, но не смог, поскольку если бы Шукадев Госвами попытался произнести имя Радхарани, он почувствовал бы экстатическое чувство и потерял бы внешнее создание. И вот Аштасатек Викар явился бы на его теле, и он не смог бы говорить Бхагаватам дальше, поэтому сдержал себя, чтобы не произнести имя Радхарани, поскольку если бы он произнес ее имя, то тогда Харикатха бы закончилась. И вот Шукадев Госвами, если бы он произнес имя Радхарани, он бы начал плакать, его голос, он бы прервался, и поэтому он сдерживался, чтобы, по крайней мере, Харикатха проходила. И не должно быть никаких препятствий. И вот Радхарани, она успешна в том, чтобы Кришна был полностью доволен ее служением. И кто об этом говорит? Те гопи, которые ищут Кришну. Почему ищут? Вот Расалила — это наивысшая лила во всех бесчисленных вселенных. Это Расалила, она несравненна и неподражаема. Но если мы поймем славу Рада Лилы, мы будем плакать. Сразу же мы начнем плакать, и в этом ее милость. И почему Кришна? Почему Кришна ушел из Расалилы? Куда он пропал? Радхарани, когда смотрела, что те гопи, они находятся под моим руководством все время и сейчас. Кришна.
Division of power, delegation of authority. From central government, power coming to state government to different kind of minister, from different minister to different villages, follow. From different villages, one principal man is there, who is called panchayat. Mukhiya, gaon ki mukhiya, principal head of the village. И вот Махарадж, authority, division. Пример приводит передачи власти. Ну, как в материальном мире есть федеральное правительство, есть местное, есть более крупного к более мелкому. И вот здесь нечто похоже Радхарани. Она смотрит, что мой Кришна сегодня он принимает служение от он принимает служение от всех. Я не могу потерпеть этого. И вот Радхарани, она обиделась, и когда она увидела, что все участвуют в этой рассалили с Кришной. И вот она обиделась, что на это и сказала, что мой Кришна, я служу ему все время, и все они за мной, они помогают мне служить Кришне. Сейчас они служат сами без меня. Я не могу такого потерпеть. И вот Радхарани, она обиделась с такой гневной любовью и ушла. Когда Радхарани ушла с этой рассалилы, то эти там было 100 раз под 10 миллионов гопи, они все совершали лилу с Кришной. Но все же, когда Радхарани ушла, то вся эта рассалила распалась. Понимаете, о чем я говорю? Вся рассалила, она развалилась. А почему? Вроде гопи много, но Радхарани, она связующая сила. И когда мы находимся перед Гуру Вайшнавами, то эти Гуру Вайшнава, они есть связующая сила. Если мы не сможем взять эту возможность, то тогда Гуру Вайшнавы, когда уходят, то единственное, что нам остается делать, это только плакать, что мы получили эту золотую возможность. Гуру Вайшнава, они были с нами, но мы потеряли их. Мы потеряли все. И вот Гуру Вайшнава — это связующая сила, а не олицетворение Радхарани в этой Гауде линии. Они с огромной любовью они притягивают нас, и чтобы мы смогли посвятить свою жизнь лотосным стопам Гуру Вайшнавов, они представители Радхарани. И вот Наротам Такур и Шрила Прабхупад, они говорят: и вот Шрила Прабхупад говорит Наротам Такур, наш Парагуру, Рупануга Гуру, он дает указания. Даже если я думаю, что мой Гурупад Падма Радхарани, в этом нет никакой ошибки, действительно так. Если я буду думать таким образом, что мой Гуру Радхарани, то что плохого в этом? Шрила Прабхупад говорит, что Радхарани является в различных формах, и что плохого в этом? И вот несколько минут назад я говорил, если буду говорить о славе Рукмини, то я буду прославлять Радхарани, а не Рукмини. Если я буду прославлять Вишну Придеви, я буду прославлять Радхарани. Я могу математически доказать это.
поскольку все исходит из лотосных стоп Радхарани, вся Шакти Татва, где Рукмини, где Сатья Бама, где Джамбавати, где все остальные, вся Шакти Татва, она прямо или косвенно исходит из Радхарани. Я прославляю ее. И вот Радхарани, когда она смотрит, что мой Прананатх – это мой Кришна, и когда она видит, что Кришна получает служение от всех остальных гопи, то она не смогла этого потерпеть и ушла. И вот когда она ушла, то, а поскольку она есть связующая сила всей Расалилы, то эта Расалила распалась. Вот когда мы повторяем джапу Махамантру, то в начетках в центре Рада Говинда большая бусина, и мы не должны пересекать ее. А восемь саки – это олицетворение Расалилы, и мы должны чувствовать это. А мы, к сожалению, заняты материальным умом и телом. И вот я могу рассказать о том, как это возможно, что этот Вамшидвани, звук Кришны, звук флейты Кришны, он есть, но мы не можем слышать из-за того, что наши уши не глухи. А все же этот звук флейты Кришны, он есть, но кто может слышать это? Шрила Прабхупад может слышать, Враджа Васи, гопи могут слышать. То есть, если Кришна играет на флейте, то не все могут слышать этот звук. И вот когда Кришна играет на флейте, то некоторые думают, что все слышат, как Кришна играет на флейте, но это далеко не так. Нет, это не так. Не каждый может слышать звук флейты Кришны. Только те враджа-гопи, они могут слышать, и никто иной. Те, кто в Паракия-бхаве, великолепие, великолепно Радануга-ти, они могут понять и слышать этот звук флейты Кришны. В Риндаване Кришна играет на флейте, но не все могут прийти, даже отец Кришны, мать Кришны, и то не слышат, а только те, кто под руководством Радхарани, они могут слышать этот звук флейты, и никто иной. В дальнейшем также буду говорить об этом, и вы поймете. И вот смотрите, слава Радхарани. И Радхарани, когда ушла, Радхарани ушла, то вся Расалила, она развалилась, поскольку Радхарани, она была связующей силой. И если Радхарани ушла, то все это распалось. И когда Радхарани ушел, то Кришна, он отправился на поиск Радхарани, поскольку Кришна, он не может жить без Радхарани. И если Радхарани ушла, то и Кришна тоже уйдет. И если Кришна ушел, то все гопи видят, что нет Радхарани, нет Кришны. О, что же делать? И вот они плачут и ищут Кришну по всему Вриндавану. И где же Кришна? О, Кришна, где же ты? Они так ищут Кришну. И всю ночь они ищут Кришну, куда же ушел Кришна. И тогда, когда они получили указание, они нашли след Кришны. И здесь этот след Кришны очень глубоко. Это значит, что Кришна взял Радхарани себе на плечи, и поэтому его следы вдвойне глубоки.
И вот Кришна был здесь, но Радхарани тоже здесь была, поскольку Кришна может... Ну вот они, в общем, думали таким образом. Это не их логические домыслы, а чувства, их прямое чувство. И вот тогда они сделали такой вывод, что... И вот она была успешна, на 100% успешна, чтобы Кришна был доволен ее служением. Это Радхарани. Чандравали, она со второй группы, она всегда соревнуется с Кришной относительно служения. Иногда какие-то саки Чандравали, и вот она говорит о Чандравали: нет никаких проблем, сейчас ты одна будешь служить Кришне, как? А вот Радхарани сейчас умирает, и этот Чандравали сказали: это же плохая новость, если это очень плохая новость. А почему? Ты же сама можешь все служение Кришне исполнять, нет. Если нет Радхарани, то я не смогу обрести Кришне. Поскольку если мы если есть Радхарани, то я могу соревноваться с ней и как-то служить Кришне. И это очень плохая новость. Если Радхарани умрет, то я одна буду служить Кришне. И смотрите, без Радхарани все пусто, ничего не остается. И когда Радхарани ушла, то Кришна тоже он пошел искать Радхарани. И в итоге что случилось? Кришна был вынужден сделать такую вещь. Есть две деревни, там Эка и Петха. И вот с Чандрасаровара на север, если идти, то там эти посередине две деревни. Одна Эта, другая Петха. Этха значит там, где Кришна хотел поднять Говардхан. А Петха значит соседняя деревня, где Кришна хотел обмануть Гопи. И вот Кришна сел на ветке вот он сел на ветку дерева, принял четырехрукую форму, и Гопи ходили, искали там и никого не нашли. А вот только нашли вот этого четырехрукого Кришну. Они сказали ему Намона Райана и прошли. И вот Кришна хотел обмануть их так, но не смог. Они вот приняли этого Кришну за Нараяну. С Нараяной у них никакой связи нету, и пошли дальше Кришну искать. И Кришна сказал: смотрите, они настолько чувствительные, что я не смог даже обмануть их. И вот тогда после этого, когда эти гопи, они плакали, они не смогли даже находиться, они падали без чувств. И после этого Шукадев Госвами написал: и вот потом Кришна явился перед Гопи. Starting the mind.
И вот это вот выражение манмато значит, мы вот, например, чувствуем какое-то вожделение, то Шанкар Бхагаван, он сжег этого Камадева. И вот Камадев перед Шанкар Бхагаваном хотел какую-то разыграть сцену, то Шанкар посмотрел на него и сжег своим взглядом. И тогда Камадев I like to stay very in fine form. Okay, you can stay in the form of twinkling of eyes. Twinkling, you know, twinkling of eyes. Nimi Maharaj is there. Вот Nimi Maharaj, когда он оставил тело, его Ришиму не хотели благословить, чтобы новое тело получил, но тот сказал, что не надо. Хочу в тонкой форме находиться, и вот они дали ему находиться в том времени, когда моргает глаз. Мадоно Парихаро, Сити Мадихе, Нислока, Байкру Шекар. Экам, Бекья Бол, I am doing the Сева, Камдев. И вот Бхарати Махарадж так вот говорил: о Камадеве, будь осторожен, я совершаю служение Камадеву, поэтому не беспокой меня. И вот это И вот Камадев, когда оставляет тело в тонкой форме, он больше возможностей получает, как привидение, когда люди становятся, теряют свое тело, иногда становятся привидениями. И вот этот Камадев без материального тела, Ананга, зовется. И, то есть он без грубого тела больше возможностей получает. So that your brain can get rectified and think all the time. И вот вскоре Пурушоттам врата приходит, потом Картик врата. И вот я думаю, на какую тему же говорить. И вот таким образом Апракрита Камадев. И перед Гопи Кришна он является в форме трансцендентного Камадева и Радхарани, а потом, в общем, эти Гопи одобрили эту Расалилу с Радхарани, и много темы мы должны быть очень осторожны относительно Радхарани. Если мы не сможем понять слово Радхарани, то тогда мы никогда не сможем совершать Кришна Баджан. Кришна Баджан значит Рупануга Баджан. Рупануга Баджан будет невозможен, не поняв слово Радхарани. Гаудия Баджан — это Рупануга Баджан. Если мы не поймем его, то мы никогда не сможем начать этот Рупануга Баджан. И вот вначале я сказал о том, что мы должны изучать сочетание Бхагавату, мы получим вдохновение, поскольку сочетание Бхагавату мы можем получить милость Нитянанды, и потом после этого мы можем изучать сочетание Чайтамриту и получим милость Гуранги и Нитянанды, но особенно Нитянанды. Милость в читании Бхагавате, и после этого Прабхутананда Сарасвати Пад говорит, что согласно степени получения милости нами, согласно степени той милости, которую мы получили, если у нас так много сугрити, то после этого у вас есть шанс понять славу Гуранги.
мы получим милость Гауранги. И после этого и согласно этому, поскольку Гауранга это Рада и Кришна, а его Бхава это чувство Радхарани, хотя он есть Кришна и Говинда в одном лице, но Рада Бхава она преобладает. И вот если есть Рада Бхава, то в чем недостаток, и мы должны понять Гора Лилу. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что Гора Лила это полное объяснение. Гора Лила это полное объяснение Кришна Лила. Если мы хотим понять полностью Лилу Кришны, то мы должны знать, что вся лила сочетания Махапрабху, мы должны понять ее под руководством Гаудия Гурварги. И тогда мы поймем, кто есть Радхарани, иначе Радхарани это очень сокровенная татва, даже имя Радхарани в Бхагаватам мы не находим нигде, поскольку это Гуру Татва это очень сокровенная татва. Это татва очень, шакти татва, она очень сокровенна. Когда Бхагаван, он собирает все свои шакти и находится как в таком неактивном спящем положении. Я говорил об этом. И вот в этой шлоке говорится. Там аси. Все бхага, значит, шакти он собирает и внутри помещает и спит на в йога нидре, и тогда мы не можем видеть никаких лил, никакие брахманды не сотворяются. То есть если все шакти внутри Господа, то такого в йога нидре он пребывает, и никакого творения, никаких лил не происходит. А в Упанишадах описывается Экоахам Баху Шьям. И когда я хочу, был один и стал многим. И когда Кришна распространяет себя, то тогда все бесчисленные брахманды мы видим, и проявления различных лил, и тогда обусловленные души могут следовать этим лилам и получить какое-то благо. И вот услышав о каких-то лил Господа, мы можем вдохновиться ими и достичь Галуки, чтобы получить вечное служение там. И вот Рада Татва, она очень великолепна. Если буду говорить долгое время, то мы не сможем закончить, никакого времени на это не хватит. Вот так много служения, нужно идти готовить, предлагать. И вот времени мало, сейчас конец. Гастан чапи тавасанам, баджарадж суну, баджарадж суну, джассайка катакшу сарагат виночитасья, сарадика паричарами кадарасена. This is the only expectation. Это единственная надежда Гауди.